В Краснодарском крае чрезвычайные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых сильных осадков и опасности паводков. По прогнозам, ливни пройдут в Туапсе и Сочи, а также в Горячем Ключе и Белореченском районе. Тема паводков актуальна и для нашего Славянского района. На днях глава муниципалитета Роман Синеговский проинспектировал ситуацию, складывающуюся на реках Кубань и Протока. Славянский район располагает 136 километрами левого берега реки Протока и 36 километрами правого берега Кубани. Ремонтные работы по берегоукреплению здесь проводятся согласно плану по краевым и федеральным целевым программам. В прошлом году был сделан большой объем работ по укреплению дамб на 7 проблемных участках и в Славянске на Кубани, благодаря чему город сегодня находится в безопасности. Тем не менее, участков, требующих особого внимания, остается еще много. В связи с подъемом уровня воды глава района Роман Синеговский дал поручение всем чрезвычайным службам быть готовыми к оперативному реагированию при возможном возникновении нештатных ситуаций. Чтобы лично оценить ситуацию, глава района совместно с главами прибрежных поселений, начальником управления ГО ЧС Славянского района выехали на некоторые особо контролируемые участки берега реки Кубань. Одно из мест мониторинга – берег в районе хутора Урма, где стоят датчики уровня подъема воды. Обстановку доложил начальник управления ГО ЧС Славянского района Павел Анопченко. Датчик пока это светится коричневым цветом. Вот 26 сантиметров выше неблагоприятного явления до опасного еще. Нормально, не переживайте, все нормально. Река здесь значительно разливается ежегодно, как в период весенне-летних, так и во время осенне-зимних паводков, утверждают местные жители. Да спокойно ему пока еще, как танк. Единственное, вот та прорана, что была в 2002 году, вот она беспокоит. А у нас-то по нашей стороне, вот как вот идешь по дамбе, у нас хороший запас здесь еще пока. По итогам объезда глава Славянского района Роман Синеговский дал комментарий нашей программе. Роман Иванович, ну ситуация такая обсуждаемая сегодня, люди переживают, волнуются, боятся подтопления. Что сегодня вы увидели, как самые проблемы наши места, Анастасиевская, Коржевский стоят, что говорят ЧС? Ситуация действительно на сегодняшний день под контролем, но напряженная, скажем так, потому что есть места, вот особенно по Кубани, где запасы по дамбам составляют 50 сантиметров. Скажем так, держим ее под контролем, датчики мониторинга стоят, на сегодняшний день мы отслеживаем уровень подъема непосредственно, значит, по реке Протока и по реке Кубань. Надеемся, что мы весенний паводок пройдем без чрезвычайной ситуации, поэтому... Все службы, главное, сегодня у нас дежурят, смотрят, общаемся с руководством края, поэтому надеемся, что все будет хорошо. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».